Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья. Давно не виделись, с вами Казуку Фэмили. И мы начинаем проходить такую необычную игрушку, как Guys of the Wolf. Про парня, который может превращаться в волка. Не просто так он может превращаться в волка. Ну, в принципе, мы узнаем, с чего начнется история, чем она закончится. Присаживайтесь поудобнее, ставьте чаечек, кофеечек, не забывайте про колокольчик. А мы погнали, дружочек. Погнали. Так. Как играть? Shift нажать, М-карта, I-журнал. Угу. Отлично. Так, чтобы экипировать предметы, щелкните на их значки. Ага. В виде луны. Венгерское королевство, 16 век. I must find Laszlo. He might still be alive. Я должен найти Ласло. Надеюсь, он жив. Ладно. Так. Будем очень надеяться, что твой напарник жив. Тыкс. Еще бы знать, как головоломку решать. Двойка. Тройка. Единица. Четверка. Тройка. Четверка. Двойка. Блин. А как мне крутануть эту? Блин, а крутится тройка только. Было бы все просто с этими крутилками-перделками. Так, стоп. Блин, я туда крутанул, да? Двойка. Единица. Двойка. Блин, ну у меня тройка неправильно крутится. Что за фигня? Вот реально. Блин, ну серьезно, вы издеваетесь? Серьезно? О, стоп. Почему? Ты же типа показал. Или вверху замок должен быть? Подожди. Внизу? Подожди, а почему внизу он должен быть? У меня вот просто... Теоретический вопрос, почему он должен быть внизу? Ну и? А почему он нет? Потому что он дебил, да? А в какую сторону все должно работать? Я что-то ни хера не понимаю. Короче, похер на это все дерьмо, я не хочу из-за какой-то монеты, блядь, тратить время. Вот реально, что за бред? Давай, короче, трупачок найдем и все. Нашего друга.
Это должно быть что-то чудовищное. Ну да, да, волки, волки. Чё ты так удивляешься-то? Чё там в журнале? В смысле? Ты же журнал сказал, что... Чё? Это инвентарь, а как журнал? Ласло был убит. Что-то сильно ударило по карете. Я начинаю терять сознание. Я должен найти укрытие. Иначе я буду жертвой. Окей, ладно. Так. Такс. Жертва недоношенности. Так. Я же надеюсь, нам не придется к этой монете возвращаться, нет? И чё? How are you feeling? Как вы себя чувствуете? Кто ты? I am Isabella, daughter of the Count. Дочь графа. We found you lying on the road just outside the castle. You're fortunate to be alive. Were you bitten by a wolf? Ну, скорее всего, да. Кстати, графонием чем-то напоминает этот Обливион. Если кто знает Обливион, то по графике реально игра напоминает Обливион. Так. Не просто волк, да, я тоже согласен. I've heard strange stories of beasts wandering the night, mostly from the villagers, but nothing which need concern you. You are safe now here in the castle. The Count wishes to speak with you in the council chamber. Rest your eyes and seek him when you've recovered. I shall be nearby if you need me. Да, окей, что там по журналу? Юная дева лечила раны. Она говорила об отце, графе. Он хочет со мной поговорить. Сейчас я гость в этом замке, Легиото Виско. Мне следует собрать вещи. И где твои вещи? Так. Что еще? Бабки. Тынь-тынь. Так. Я не вижу себя в зеркале, да? Так. Странно, я не вижу своего отражения в зеркале. Что за заклинание наложили на меня? Но каким бы ни было заклятие или проклятие, я должен поговорить с графом. Монте-Кристо, да? Так, подожди. Книга с заголовками венгерское. Какое-то там наследие. А это твои вещи были, чувак, что ли, да? Я не пойму. Или как? Типа, нам реально можно выходить, тут больше попрыгать на кровати нельзя. Хотя очень хотелось, да? Или можно? Давай. Айч, не. Не хочется, зараза. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Верхние залы. Было бы еще знать, в какую сторону батон валить. О, три богатыря. Ни хрена себе. Реально. Прикольно. Алешка, Никитка. Ага. Нам, видимо, сюда, да? Так, подожди. Кажется, заблокировано. А тут, походу, все заблокировано, чувак. Комната для гостей один. Да, банально прозвучало, но да ладно. Так, стоп. А! Это комната для гостей один, это я, да? То есть вернуться можно. Можно осторожно, да? Ну... Хорошо. Что-то игра притормаживает, мне это не нравится. Опа-на. Статуэтка, статуэточка. У тебя нет ключа, значит, нужно найти потом ключ, да? Чтоб отсюда съебейшил он, да? Да, я прав, да? Стоп. Еще заблокировано. Ну что, все ограничено в плане линей?
Ah, you are awake at last. Ты кто? I trust our fair maiden has taken good care of you. I heard that you were attacked on your way here. I'm truly sorry for causing such dismay in summoning you. Не говорил бы ты так быстро, братан. You received my letter, and I hope you can still answer my call for help. You see, an evil has befallen this kingdom. Many have lost their капканы, lives чтобы поймать to a зверя. Beast which lurks outside the castle walls. My men have set да, это понятно, понятно, да, да, да. And stand guard throughout the night. Во как. No one dares to venture outside. Разберемся, чё. Мы ж не просто так тут. Какого рода чудовище? Да это понятно. Почему я вам нужен? You are a renowned alchemist. Православный алхимик. One who may have the knowledge necessary to stop the creature. Я помогу, чем смогу. Your knowledge of potions and herbs can help us. We need to trap the beast. But so long as it is enraged, we cannot stop it. But if the beast were contained, control. Will you devise some kind of potion? Текс, ключ от двора. О, королевна какая-то. Такс. Это что? Средних лет с ожерельем на шее. Ну ладно. Так, я так понял. Рисунок замка. Плохой замок, однако. Что это такое? Чё? Тарелка, что ли, какая-то? Не пойму. Интересно. Keep your bloody distance. А ну не подходи. Так. Часовня. А что нам тут в часовне-то делать, вопрос? Интересно. Чё? Она сама играет. Чё? Цепь. Кстати, движок, по-моему, этой амнезии. Потому что я вижу, что все эти знаки и все такое напоминает амнезию по движку.
Ладно. Такс. Такс. Ой, точно, там же топор мы забыли. И сундук какой-то, подожди-ка. Да. А с какой стороны это все? Да я реально не знаю, как открывать эти сундуки. Вот честно. Херобора какая-то. А вот, кстати, то, что я забыл этот сделать, как его... Я пока вниз спускаться не буду. Или можно? Подожди, или там переход? Оу. Прикольные сады. Придонье прям. Что это такое? Со светящимся символом, а я откуда знаю? Чё? Sorry, my lord. No one can leave. I don't blame you, though. I'd leave myself if I could pay for travel at the nearby village. Tell you what, if you can give me 200 gold, I'll let you pass through. Sorry, looks like you haven't got enough. Try looking around the castle for some loot. Да я откуда знаю, блин? Чё, обязательно 200 золотых свалить, что ли? Охренеть. Так, подожди, а замок с этой стороны, да? Я хочу этот топор найти. Стоп, а я топор не профукал? А если я топор профукал? Чё тогда? Блин, я в натуре топор профукал. И чё мне делать? Ну это понятно. То, что зелье ты придумаешь, это понятно, но как нам выйти, допустим, обратно вообще в город? В город мы вообще выйти можем? Просто вот только как? Это все, конечно, очень странно и запутано. Стоп, подожди. А если сделать так? Отлично. Подожди. Там еще охранники есть или нету? Вообще. Охраннички. А, есть. Один здесь. Угу. И вниз спускаться, да? Интересно. Текст. Ладно, можем... Сейчас, секундочку, ребят. Так.
А внизу что у нас? Что это такое? Здесь заперто, но у меня есть ключ. А, подожди, а там что? Подожди. Чё? Sorry, my lord. No one can leave. I don't blame you, though. I'd leave myself if I could pay for взяточники. Travel at the nearby village. Ещё в тот момент what, взяточники. If you can give me 200 gold, I'll let you pass through. Right then. I'll be here if you change your mind. Передумает он. Да. Так. Подземелье. Whatever creature, wolf or demon had attacked my carriage, it left the wound on my arm. With the beast roaming free, I would need to be wary of its presence. For these traps were set within the castle. I suspected the beast could not be far away. Mm-hmm. А чё, где активировать нельзя? Или это мы обратно идём? Стоп, подожди. Обратно? Ладно. Чё это за звуки, блядь? Высохшего пса. А нам разве сюда? И факелы взять нельзя. Дерьмово. Чего? А, вниз. То летучая мышь. Ладненько, летучая мышь, так, а здесь тупик. А как ты задвижку-то сломаешь? Чем? Блин, у тебя ж топора нету, да и... Я бы сказал. У меня нету топора. Капец. В смысле? А, и мы начинаем отсюда, да? Прикольно, прикольно. От одного раза подохли. И чё дальше? Чё? Трупы? Опа, кто выбрался? В смысле? Я в... Ты не дашь нам спуститься? Ты серьезно? Типа по скрипту? Или как? And believe me when I tell you, I would kill for a nice, juicy
apple right now. В смысле? Не понял. А что я ему должен дать? Яблоко? А откуда оно у меня, вопрос? Прикол. Такс. Подсказок никаких нету, но этому челу нужно яблоко. Ты ж не скажешь? В смысле? Ага. Какая-то... И пройти он нам не дает, да? Офигенно, что сказать. Теперь пробуем тогда выйти отсюда. Чего? А, это летучие мыши. Там висят. Такс. И попадаемся на капкан. На столе у нас ничего нету, да? Нифига. Так, а тут нужен, походу, топор, да? Ладно, выходим, пробуем найти то, что профукали, короче. Если, конечно, сможем вернуться. Текс. Чё? Преклоняющего рыцаря? Ага. Такс. А чего мы нашли? Заблокировано. Заблокировано. Так, а тут? Так, ну в часовне мы... С какой стороны открывать-то, а? Вопрос. С нижней? Или с какой? Ну да, урвала я это первое. Просто. Стоп. И. С какой стороны? С этой или с какой? Я не пойму. Как собрать все четыре? Вот серьезно. Как? Сбоку или снизу? А как первую двинуть? И... Как тебя открыть?
Вопрос как? Я просто в шоке. Ну, верхние залы, так верхние залы. В чем проблема? Так, а где тут тогда выход туда, на волю? Что это такое? Шкаф? У тебя к этому нет ключа, да? Капец. Я там что-то профукал, серьезно? Короче, ребят, в одной из комнат гостей надо было найти яблоко и дать этому, короче, чуваку. Так, попробуем дать. I am Filch. Ага. Since yesterday? Or maybe it's been a few years. I might have lost track of the time. You have been bitten? When this creature bites a man, the evil enters him. And when the moon is full, the demon takes its lupine form, the guise of the wolf. Even now the darkness stirs within you, waiting to be awakened. You are an alchemist, aren't you? You must seek out так, a cure. Он поможет нам найти это лекарство. You until death finds you. I might be able to help you find this cure. Well, not to worry, my friend. You can trust me. I will help you gather your ingredients. The best place to find a cauldron for mixing potions would be the kitchen. It's not far from here, but we must hurry. The moon remains full, and we must keep you away from its light. Find a way to unlock my cell. Отпереть клетки. Так, я поговорил с пленником по имени Филч, он явно знает больше, чем говорит. Он знал, что я практикую алхимию, а ранее на моей руке. Мне не следует ему доверять, но у него могут быть ответы. Сперва я должен его освободить. И как мы это сделаем? Вопрос. Здесь что-то сделаем или что? Так, какой ему ключ? Этот. Получены семена. Так, а дальше-то чё? А дальше, походу, нам сюда, да? Нас уже игра должна пропустить. Это был как скрипт, да? Погнали, чё, наверное, сюда? Факту. With the burden of my newly acquired curse,
my ambitions were changed. I no longer wished to create a potion which could kill the beast. I desired to create a cure. Until I could devise a proper antidote, I had to avoid the moonlight. Moonlight. А куда надо было валить-то? Подожди, дай мне повернуться-то, валим. Куда? Кружок, наверное. Да что за тупость? Вообще какой-то пипец. Валим тогда. Нужно закрывать эти хрени, да? Не нафиг. Существо. Шкурки. А это что нам даст? Ой, типа дела непонятно. Так. Так, а что это даст? Рычаги? Вот какой... Чё? В смысле? Чё это за звук был? Себя закрыли. Ничего. Опять какой-то сундук. А это что дает? Ты что, сейчас надо успеть что ли нажать или что? Или через клетку выйти? А здесь деньги, что ли, или чё? Четыре к четырем. Тикс. Сейчас попробуем. Тикс, сейчас, секундочку. Тикс. 4. Три.
Блин. Он схватывает все подряд. Ты что было? Типа открыл? Что-то экран так потух. Это как-то... Как-то странно было, если честно. Это была ловушка? Серьезно? Что это за фигня-то? А чё отсюда? Не понял. Вы чё, прикалываетесь? Алло? Гараж. Хотя бы сундуки остаются этими закрытыми. Подожди. Текс. Опа-на. И с другой стороны что-то. Веревки. Что, нам реально к веревке валить, что ли? Серьезно? К какому-то колодцу? Подожди. Кухня. Интересно. Опять сундук, серьезно. Просто офигеть. Офигеть. Ага. Это шо? Это Филч. I will help you gather your ingredients. Так. Необходимый ингредиент. Ага, астролист. Шерсть животного и сельдерей. Нам бы еще знать, где это сельдерей. Там выход, что ли?
это что? Вот, астралист, да? Текс. Что тут еще? Ничего? А, жалко, так. Куда ты понёшься, блин? Куда попёрла это? Как все это запаристо-то, а? Хрена туда двигается, блядь, это... Ладно, не важно. Такс. Дальше что, с этим... С этой бабой поговорить можно, что ли? Вы с народом прячетесь? Понимаю... О, подожди, а что там на тарелке валяется? Опа, сельдерей. Что, ингредиенты, что ли, собрали? Что ты молчишь, Филыч? Я тебя не понимать. Так. Остролист. Подожди. Остролист. По-моему, почти все есть. Если меня память не ошибает. Текс. А дальше-то чё? О. Кстати. Тут у нас Э. А. Чего? А, то, что это, я понял. Такс.
сельдерей. Получилось? Или нужно с этим поговорить? Что дальше-то, ман? В натуре, а что дальше-то? Мы его получили? Или нет? А, пустую склянку, твою же мать. Склянку, похоже, нужно, да? We must test the results by standing in the moonlight. Чё? В лунном свете? Серьёзно? Что там-то? Не пойму. Здесь серьезно нас не пускают? Тьфу ты мута, а? Текс. Здесь. Что, им нужно показать или что? Да ладно. А как об... You'll be warm with all that fur. I promise to aid you in finding a cure. Filch Hoodwink always keeps his word. Yes, there is a staircase leading to the upper halls, where we will find the library. Ducks. Подожди, а... Чё, эти ингредиенты теперь постоянно нужно мутить, что ли, или чё? Как там сейчас? А, добавил, подожди. Или подожди, или ты всегда теперь так можешь? Серьезно? А ну подожди. Так, а ну если попробовать. Текс. Получено один из двух. А, все, я понял. Так. Да нет, я не к тебе, подожди. Ага, вот мы это. Баррикаду замутили, да? Все, не хватит, да? Давай, превращайся обратно, мужик.
Ну. Теперь нам нужно думать, что там. Так. Двор. The potion did not successfully lift the curse, but did, however, manage to suppress it. I could now control it more, allowing me to see and choose my path. I could use the moonlight to my advantage in certain situations. The curse was no longer lasting, but could still mean my doom. I had to research the complexities of the cure. Так, теперь у нас существуют места. Всякие разные места, да? Это та самая кухня, короче. О, а чё, Филч исчез? Так, я так понимаю, что то место нам не... В то место нас не пропустят, я так понимаю, да? Нет. Во как. Ладненько. Окей. Значит, получается, нужно потом... Катнуться, зачем? Я бы не хотел туда возвращаться, в катакомбы. Типа, а смысл в катакомбу возвращаться? Было глупо возвращаться в катакомбы. Мое, конечно, мнение, да. Так. Но этот ящик мы не открывали, да? Нифига. Скорее всего, там монеты будут. Там... Куда мы это отправимся? Не тот ключ. Что, нужно типа чередовать, что ли? 110, еще чуть-чуть. Ладно. Текс. А где там, где он-то нас ждет? Комната для гостей 2, что ли? Или нет?
А, вот он. Oh, the door must be locked from the inside. Mm-hmm. I wonder if there's another way in. На кухню. А. Я походу понял, да. Ко всяким дверям. Все эти переходы. Мереходы. Текс. Вот та самая кухня, да? Текс. Теперь, походу, по сюжету нам дадут продвинуться, да? Тикс. Что тут у нас? Что такое? Задвижку можно сломать топором, да? Рычаг, какие-то рычаги. Угу. Угу. Не хватает этого. Шестерни, да? Ладно. Так, что у нас на втором этаже? Ага. Превращаться в этого. Волчару, да? Лестница. Понятно. Так. Вилка. Тарелка. И что-то внизу, да? Я так понимаю, полагаю, нам вниз, да? Ага. Пивоварня. Не нравится мне, что тут ловушки внезапно стоят, сука. Что-то, блядь, за звук был. Чё? Тупик. Чё за дичь? Либо я слепой.
Чё? Блять, снова опять этот хуесос. Ну, прикольно, что сказать. Может, его можно в ловушку загнать? Или нельзя? Да в смысле? А как тогда это проходить? А, разрушить стопешечки. Эту херовину. Так, подожди, может реально... Натуре, а для чего тогда? Чё? Серьёзно? Капец. Да я откуда знал? Так, стоп. Подожди. Да я не пойму. А ну еще раз. А ну давай. В смысле? Ну он же... Yeah.
Чё-то я нихера не пойму. Странно. А, не подается в смысле... Не пойму, я туплю или что-то не так делаю? За бред. Подожди, а где он его взял? В смысле, а где он шестерню взял? Вопрос. Где я шестерню профукал? Подожди-ка.
Что-то я не могу немножко втереть, понять вообще. Блин, пипец. Просто пипец. Чё? Сейчас, ребят, секунду. Так. Ладно, попробуем теорию. Тут все должно быть до жопы линейно. Да в смысле? Тупость какая-то. Это когда мы обратно будем валить. А почему он не допрыгивает тогда получается? Что-то я не пойму нифига. Текст. Блять, да... В смысле? Почему он не допрыгивает? Что-то я ни хера не пойму. Ну наконец-то, блядь. Просто пиздец. Быстрее.
блядь, я должен еще успеть, нахуй, или чё? Натуре, блядь? Это как? Сука, скажите, это как, блядь? Хорошо, он прыгает. Дальше. Пиздец. Да, блядь, куда ты побежал? Ебать, серьезно? Блять, а как его нахуй отвлечь, вопрос? Как его, блять, отвлечь? Чё, блядь, реально в темноте нахуй прятаться? Вопрос как? Как можно прятаться, блядь, в темноте? Вы просто объясните, блядь, как? Блядь. В смысле, блядь, как такое чудовище что-то не видит? Это невозможно. Это реально, блядь, невозможно. Чё за тупость? Реально, блядь, за тупость. Да ёбаный же ты в рот. Как это нахуй проходится? Вопрос. Ебать, вот это жесть. Вот это погоньки с этими призраками, блядь. Охренеть просто. Текс. Просто обосраться. Так, что дальше делать, мы знаем. Это ёпара СТ. Давай. Текс. А здесь что делать, подожди-ка. Перепрыгивать? Натуре? А как ты прыжок, блядь, сделаешь?
длинный прыжок. Сейчас перевоплотимся. Текс. Ну, обратно превращайся в человека, чувак. Так. Ну. Я смогу или нет? Смог. Подожди, там еще одна, что ли? Воу! А что тут? В смысле? А нахрена я сюда вообще пошел? Вопрос. На засыпку. Обратно, чтобы вернуться? Серьезно? Охренеть. В натуре? Вот это жопа. Новый год. В смысле, в библиотеку попасть? В натуре? О. Ладно. Прикольная музычка. Так. Текс. Так. Сделали. Блин. Давай, открывай уже. А, иди. Дай. Про тройку засраную забыл. Про четверку. Блин, двойка вообще нафиг не жмется. Так. Тройка. Блять, тройка, что ли? Ну да. Так, проверка. Так, и что у нас тут было? Понятно, золотые собираем. Сундуки это, походу, бабки, да? Что у нас тут? Опять какой-то дневник. Ага, запертые сундуки. Понятно, для чего они используются. Это я уже понял. Mm-hmm.
А, хотя подожди. Тут у нас пустая склянка. Еще для одного зелья, да? Головоломка какая-то. Ух, запаристая головоломка. Чего, рычаг какой-то? Текс. Что это за рычаг? А, он открывает эту дверь. Ага. Окей. Thank you. There must be a book around here somewhere. I personally would like to find a copy of How to Find Food in a Library. Oh, I had to sneak an apple from the kitchen, you know. Lousy cooks never leave any food out. Что нам делать, чтобы остановить чудовище? These are indeed dark times. I have nothing to fear from the wolf. You will learn the truth about me soon enough. For now, try to look for a book on alchemy or curses. И что за книгу тебе нужно искать? Про зелье или проклятие? Откуда мы знаем, где она? Твоя книга. Где она может быть? Сейчас. А-а-а, вот она. Всего лишь так просто. А ну-ка сейчас. Где там она может быть? Прям валяться. Вот она. I opened the book Hell's Bestiary and found a passage entitled Demonium Lupum within the chapter of Curses of Nightfall. А. А карты-то вот они, да? Что? Еще карту, что ли, найти надо, не пойму. Так, это что мы можем там прочитать? Книгу? Ага, плечо волка приносит с собой лишь злобу и боль. Пронзить его колом серебряным или вырвать его сердце? Проклятому склянку зелья волкогон. Ага.
предшественника, короче, нужно найти, да? Прикол. Чё? Так. Хорошо, и что нам с ними делать. Ого. Это надо все сейчас это собрать. Нет. Нет. Блин, а как мне сейчас эту нумерацию-то пройти? Вопрос. Это жопа. Так. Так, подожди. Угу. На время, блять, вы серьезно? Блять, как это проходить? Что за тупость реально? Что, еще и карты по-разному, что ли, расположены или чё? В натуре угадать? Не угадал, да? Сколько тут? 5 на 4, 20 карт, да?
Блять, нет. Натуре. Уже знать бы местоположение бы. В смысле, блядь. Охренеть, в смысле, а как я это буду знать? Да в смысле? Да блять. Да в смысле, блять. Да в смысле, ты издеваешься? Ебать, как это возможно? Что это за тупая игра, вот реально, блядь. Это, блядь, как? Еще одна бесячая вещь, пиздец. В смысле нет? Ты гонишь? Ты реально гонишь? Издеваешься надо мной? Ебать, как? Да блядь! Подожди. Угу.
Такс. Как это возможно вообще? Блять, я проебал просто возможность, вот реально. Сейчас. Да, блядь, в смысле? Да ебануться, что за хуйня? Ебать, как? Да в смысле? Да. Просто охренеть. Anything useful? Wait. I hear something. Quickly, hide. Подожди, а куда спрячусь-то? Алло.
Серьезно? Nice dice. Ну окей, сюда так сюда. Типа это такая сцена, да? Ну-ну. Окей. Это алхимический этот. Текс, что у нас тут? Тюбик. Какие-то ловушки. Гербарий. In the other book, The Alchemist's Herbarium, I found three interesting potions listed. The first was known as the Night Watchman, the second known as Devil's Tail. And the third was Wolfsbane. The page following Wolfsbane had been torn from the book. Devil's Tail was the potion I had made within the kitchen. It allowed me to control myself further and decrease the transformation time. The potion, it seems, was not intended to control oneself under a curse, but to have command over wolves and dogs. Curious. Опять тот хрен, который с нами хочет заговорить. When I first came to this castle, I was invited for my knowledge of alchemy. I was to create a potion which would control wolves. For what purpose, I did not know. I later found an unspeakable wolf creature bound within a dungeon chamber. I only heard stories of such a beast, but when I found that men were being used to house the evil curse, I wanted no part in helping the Count to control them. So I created the Night Watchman and drank it. This made me invisible to the creature. When I attempted to flee the castle, the Count took my book, The Alchemist's Herbarium, and had me thrown in the dungeon where I found the lupine. There he has kept me, until you came to release me. You are the next alchemist, the one summoned to finish my job. You must end this. Так. Астралист. Что, то же самое, что ли? А, вот, шипы чертополоха. Волка и аконит подчеркнут. Ага. Если бы еще было нормально знать, где это. Угу.
еще. Так, ну у нас этого ничего нету, я так полагаю, да? И куда нам валить? Стоп. А, это обычная книжка. Верхние залы. Ночной дозорный. Было бы еще у тебя нет ключа, да? Было бы еще знать, куда валить. Двор. А, это тот самый двор, да? Тикс. А, это кухня. Куда нам валить? Угу. Нашли часовню. А вот этот сундук мы так и не раз херачили, да? Подожди, а как крутануть этот? Стоп, можно расхерачить, да? Вот он нашел. Отлично. Ой, блядь, быстрей. Эти. Отлично. Там тоже на четвертом этаже что-то? Или нет? Ебать, серьезно? Ой, блядь. Ебать, серьезно, до крыши надо добраться? Подожди. Нихера себе.
этот поворот, блядь. Да давай быстрей. Ёбаный ты в рот. Блядь, давай. Ебать, серьезно? Блядь! Сука, какое неудобное, блядь, управление. Ёбаный ты в рот. Кто бы знал. Быстрей. Блядь, ну... Блядь, наконец-то. Блять. Yes. Фух, успели, прям вовремя. Фух. Так, а подать уже. Чё? Опять снова луна? А, нет, оказалось. Превратись-то обратно, блин, человека, бесишь. Так. Текс. То мы расхерачили, это хорошо. В принципе, по факту. Текс. И тут, наверное, собрать золото можно снова, да? Текс. Да, блядь. Thank you.
Окей. Восточное крыло, блядь. А... Ну... В смысле, это куда? Вся головоломка, блядь. Верхние залы опять. Это... во как. Нифига себе. Такс. Значит, мы этот проход смогли, да? Это хорошо. Так вот, что конкретно бы это нам да... Что? Так. Что такое? Еще один. Здесь что ли? Чё за... Шипы? Почти 200 золотых заработали, да? Так, а где там был проход? Какой-то там проход. Серьезно? Я должен был успеть? Ух ты, блин. Фигово дело. Второй раз теперь эта фишка не прокатит. Это получается, что надо было бежать сюда и ломать не ту дверь, а ту. Стоп. В натуре? А куда там дальше можно было прыгать? Или ее нельзя было? Что это за знаки? Ничего не пойму. Что-то мне кажется, это все неспроста. Это вся фигня. Мы зато успели среагировать, да? Так.
Это значит, нам надо вернуться обратно туда, что ли, или как? Я что-то ничего не понял. Да, ну да ладно. Да, довольно необычно, согласен. По факту. Что, нам тоже надо успеть вот это перепрыгнуть на ту сторону, что ли? Или чё? Ничего не пойму. А как реально на ту сторону попасть? Только так? Ты серьезно? Ядрён батон, я что, этот, что ли, блядь, Спайдермен? Капец. Это реально просто офигеть. Офигеть, тут скорость нужна, это просто обосраться. Бля! Ти. Все, я профукался, да? Или нет? Подожди. Давай. Давай, давай, блин, попробуем еще раз. Ёпарасоте. Давай, отвисай, блин, тупость вот это, блин. Давай. Чё? А, то что сверху? Да, блин, а снизу что? А, снизу у нас рычажок. Давай. Что этот рычажок дает? Орехи, да? Опять снова головоломка у нас. А это у нас двор, да? Угу. То, что уже двор есть, это хорошо. Да ёпарасит ты, какой же ты медлительный. А, точно, там еще верх есть. Ёпарасит ты в натуре, подожди. Так, 5 из 20. Ага. Блять, я не...
как это могло получиться? Вопрос не так. Не так, как надо. Просто охренеть. Так, стражник убит, окей. Чё? Так, у меня вопрос в другом. Да в смысле, ебучий же ты в рот. Как можно так часто умирать? Вопрос. Давай. Ёбаный, блядь, пробел! Ебал я его в рот! Какое тут управление косячное? Это просто пиздец. Это реально, блядь, не смешно. Почему у меня первый раз получилось превратиться? Да блин, ну в смысле? Ну в смысле, очередной раз я не долетел? Как? Я уже заколебался эти загрузки ждать. Быстрее, нет? Да, в смысле, блядь, ну что это за текстурство? Почему у меня первый раз получилось это сделать? Вопрос. Это ж просто обосраться реализации. Да блядь, ну в смысле, с угла не получилось. Охереть просто. Наконец-то, блядь. Ох ты, сука. Блядь. Не понял. А с какого хуя? Как их поворачивать, эту хуйню?
Откуда я знаю, как это поворачивать? Чё? Перпендикулярно? И такой хуйнёй, что ли? Не понял. Блять, где эта кнопка? Как это работает? Блять, как эту головоломку решить? Объяснит мне долбоёб какой-нибудь или нет? Как эту головоломку, блять, решить? Это же двор будет сейчас. Блять, там двор. Мне двор нахер не нужен. И как это решать? А? Как мне это решать, вопрос? Подожди. Вот как. Окей. Из 20. А что, будет проще так вернуться, наверное, да? Наверное, да. Такс. Подожди-ка. Хорошо, это мы тут сделали. Допустим, теперь можно сундук, что ли, тут открыть? И двор активировать, что ли, или как? Так. Секунду. Так, может попробовать самому открыть. Нет. Так, создатели ночной дозорный, да? Так, это значит...
Орехи и шипы. Так, а у нас есть шипы? Да, шипы у нас есть, это есть. Туда-сюда это есть. Так. Стоп, а я вот не помню, в подземелье там тоже... Так... Подожди-ка. Helps to have a map. Sorry, my lord. Подожди, а ну-ка. Thank you, my lord. You may pass. Be careful on your way. О, а это у нас, получается, отпустил в этот. На улицу. Так, подожди, а как мы теперь можем разрушить эти? А ну подожди. Давай. От этого что-нибудь изменится? А ну подожди. 7 из 20, да? Так, стоп. А где же я еще видел? Так, погнали. Так, там видел. Или где это было? Вот здесь. 9 из 20. Вот еще. Ух ты, куда я тут? О, вижу, вижу, вижу. 12. За карту они бы так не могли бы закинуть по существу. Чё? Фух. Оу, а чё она так далеко? Дрён батон, нихера себе. А чё так далеко? Нихера себе, как высоко. Нихера себе, как сюда забраться? Раз. Два. И чё, три что ли будет? Три. Охереть. Три. Так, стоп. Давайте разгон отсюда, что ли, возьмем. Давай, погнали, ну. Так, три штуки. Давай, 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 ну. Блять, быстрей. Подожди, блять, где? Давай, смотри-ка. Там же третья штучка была.
Нет. Пятнадцать из двадцати, это... А где же остальные 5 штук? А, там возле солдат же были, точно. 5 штук. Пять штук. О, отлично. Может, теперь каждый раз. А, ну это мы в этой части леса, да? По-моему, мы все расхерачили тут. Стоп, а с левой стороны же там ничего не было или было? Где этот брат? Помер. Друг, точнее. Да. Да ладно. В дальней части. Ёпарасоте. Сука, пиздец. Давай. Быстрей. Четыре штуки. А где 4 штуки, интересно? Серьезно? Типа здесь? Не, вряд ли. Четыре штуки. Ладно, вернемся, если вдруг профакали там. Значит. Такс. А где ж мы могли тогда? Чего? Серьезно? Так, я так понимаю, что тем ребятам это не понравится, да? Ребята, а где те ребята, подожди-ка, которые
20 штук. Все, можно обратно, наверное, в человека превращаться. 17 штук, а где мы 3 профукали, интересно. Good evening, my lord. Так, стоп. Подземелье. По-моему, это как раз подземелье. Так. Ага. Вот они. А где превращение нам? Где... А, вот мы где можем превратиться, да? Давай. Еще два. Ну где два, вопрос? Это мы можем разрушить? Нет. Именно вот это мы разрушить ни хера не можем, да? Ладно. Где ж я мог профукать? Подожди-ка секунду. Ага. Ладненько, а где же две штучки осталось? Кажется, заблокировано. Серьезно? И типа мы не можем даже это, что ли? Или можем? Твою мать. Подожди, или можем? Заблокировано, значит, мы не можем, да? Фигово. Такс. Значит, сюда можно уже не соваться, потому что мы это все прошли, да? Две штуки. Всего лишь осталось разрушить две штуки. Двор. Заблокировано для нас. Вот и кухня, да? Ночной дозорного нам нужно сделать. Так. Прежде чем ночного дозорного делать, катакомбы можно... Стоп, я вот не понял, в катакомбах нам можно
цепь можно порвать, да? Ага. Хорошо. Погнали. Цепь порвем. Такс. Что у нас тут? Вот. Отлично, 19. А где же еще одна? Вопрос. Такс. Дыка. Такс. Что, серьезно или это? А, это прикол. Блять, быстрей! 20 из 20, да? Отлично. Так. Оп. Такс. Отлично, все мы эти разрушили башенки, или как они там называются. Так, кухня. Шипы. Такс. Какие у нас ингредиенты нужны для... Шипы чертополоха, яблоневые зерна, каштан, шипы и кора дерева, да? Так, подожди. Орехи, шипы. Чего? И где эти ингредиенты брать? Кора. Так, ну все эти у нас изучены. Как его? Еще не могу понятно. Западное крыло. Так, это у нас... А, тот самый лабиринт, который мы это... разрывали.
А, там, по-моему, библиотека. Если я не ошибаюсь. Давай превращайся в человека обратно. А где ж я мог что-то профукать? Вопрос. Здесь я ничего не мог профукать, да? Может, что-то здесь? Так. Вот она. Понятно. Это я понял. Что так все подтраивает. Так. Так, а здесь у нас что? Подожди, это тоже что-то у нас за растение или нет? Нет. Да. Ладно. Будем знать, что здесь... Где же я ее мог профукать-то, а? Восточное крыло. Да. А. Да, по этому замку, конечно, бегать то еще удовольствие. Интересно.
семена. Так. Кора дерева. Вот где я не взял кору дерева? Вопрос. Кровь волка. Понятно. Так, там у нас перепрыгивание. Значит, можно возвращаться назад, да? Так. Ага. Чё? Перья? А нафига нам перья? Вопрос. Перья, блин. Все собирать надо, офигеть. Никогда б не подумал, что будет валяться что-то. Что-то подобное. Просто офигеть. Так. Восточное крыло. Двор. Такс. Это у нас где мы? А, это мы в башенке, что ли? Так. Офигеть, у нас есть практически все. Да. Практически все. Это пустая проверка, что ли? Пустынные склянки. Три. Офигеть просто. Так. Он живой? Они что, реально спамятся, что ли? Офигеть. Куда же это ведет? Чё, колокольня? Серьезно? Какая-то колокольня? Ладно. Пусть будет колокольня. Раз такая фигня. Хм. Так, ну возвращаемся, наверное, ко двору. Так. Где ж у меня подозрения, мы могли профукать этот?
вопрос в другом, как нам туда попасть? Кухня будет закрыта, да? Это плохо. Блин, надо будет подумать, реально. Так, вот у нас получается кухня. Где же у нас кора дуба? Может быть. Так. Может, мы что-то реально упустили в подземелье? Хотя, стоп. Это что? Не дуб, да? Чё? Офигеть. Серьезно? Вот это кора дуба была? Офигеть. Так, ладно. Так, какой там ингредиент нам нужен? Так. Каштан, яблони и чертополов. Подожди. Яблони. Это значит... Шипы, что ли? Орехи? Точно. Ну? Отлично. Значит, так я их уничтожил. Подожди, мне следует найти Изабель. А где ты ее найдешь-то? Изабель. Так, подожди. Ты забрал зелье или нет? Подожди, а где само зелье? Не пойму, почему оно у нас выглядит как... Прикол просто. Типа, может к ней сходить? Подожди, она типа должна быть в своей комнате? Серьезно? Так, подожди. Сейчас куда попадем? По квесту мы уже вроде как уничтожили все эти по факту. Так. Стоп, подожди. Кухня.
Меня через тот выход вышли, да? Так, ладно, попробуем выйти через тот выход. Так, по-моему, он здесь. Да. Нам нужно с этой девкой поговорить, получается, да? Так, это у нас что, двор? Ну да, почти угадали. Так. А чё за прикол? Почему бабы нету? Я ж вроде сделал. Как? Или нужно с этим хреном поговорить? Не пойму. Может, она в комнате для гостей 2? Подожди-ка. Точно. I wondered if I would see you again. I am troubled for your misfortune. You will find what you need in the drawer over there. Without it, the Count could not complete his plans. I am glad it brought you to me. Амулет? Аконит? А, точно. Там, в каком шкафчике? Подожди, в этом что ли? Не понял. Блин, грёбаный. Так. Так. И помея белая, и помея голубая, и кровь волка. Так, подожди. И помея белая. Да, есть. Только теперь получается нужно сходить в то. Так, это где было? В библиотеке у нас или где? Так, стоп. По-моему, библиотека, да? Кровь была. Если мне память не ошибает. Так, стоп, нет. То не то. Пальто. Так. Подожди. Возьми склянку. О! Отлично. Теперь вроде вернуться на кухню и сделать уже все так, как надо, и все. Так, подожди-ка. Выход. Так, а где у нас кухня? Кухня через дворы, да? Блин, восточное крыло, не то. Не, не туда. Как это? Та ёпарас это, ну. Я уже путаюсь, где кухня. Так. Кухня. По-моему, кухня где-то здесь, да. Так. Три-ты-ты-ри-ты-ри.
что? Так, подожди, что нам нужно? Смешать, типа, не белую. Потом. Да ёпара, давай. Ага. И аконит, главное, да? Как его забрать-то? А. Ну. Так, подожди, а как? А как добавить? В смысле... Подожди, почему я не могу забрать? Перья, что ли? Серьезно? Нужны перья? Такс. Кого расспросить? Артониса какого-то? Артониса. Артониса. Подожди, а там... А, да. Вот задняя дверь. Так. Подожди, Артонис это тот хрен, который важный, что ли, ходил весь. Так, подожди, а он что, в часовне, что ли, или где? В часовне он не может быть, это 100%. Значит, нам не в часовню. Чё, серьезно, что ли? Ох, я бы никогда бы не подумал. Так, подожди, двор. Двор. Так, я имею в виду в этот двор, что ли? Стоп, не пойму. Бля, в натуре. Нет, стоп. А чё я вышел? Стоп, верхние залы. Я ж... Или имеется в виду в те верхние залы? А, нет, стоп. Все правильно, вроде сюда. А, нужно перепрыгнуть. Жди-ка. И скрытая херня получается, да? Так, а где эта скрытая херня может быть? Так, стоп. Это открылось в...
Так, смотрим, это здесь же, да? Где эта дамочка? Ага. Может, возьмешь? All the pieces of the puzzle fell into place. And I realized that although Filch confessed to being the first alchemist to come here and had refused to help Artemis control the wolves, he failed to mention that it was he who wrote the alchemist's herbarium, and it was he who had created the curse under the command of the Count. Afterward, he turned against Artemis and refused to create another potion. Так, а куда это мне валить-то надо? А, подожди, это у меня есть этот ключ? Подожди. Зал заседаний? Finally, you've arrived. I must admit, I did not think you could accomplish your mission. But you've turned out to be quite the loyal beast. Mm-hmm. Come now, it was really too easy. You brought Filch here to me, reclaimed the missing page, and have allowed me to continue ascent to ultimate power. Imagine all the kingdoms bowing before my lupine army. Wolves that will bite the men and even women I command them to. Did you not know what wolf it was that hunted for you in the halls? Isabelle is the most ferocious. She was quite willing to attack your carriage and have you turned. And now, with the final page, you can complete my works. You might not be under my full control as a man, but soon you will be. Так, подожди, а что-то с рычагами-то делать, я не пойму. Серьезно? Забираться? В смысле, а как крутить-то? It's the only way to lift your curse. Подожди, я что-то не пойму, а как крутить рычаг? Подожди. В смысле? Как? Блять, серьезно? Охренеть просто. Просто охренеть. Так, подожди. А как крутить? Я понимаю, ну. Было бы, блядь, все так просто, она такая, блядь, простая, эта баба. Доминик, Доминик. Ну, блин, давай. It's the only way to lift your curse. Я по. Да давай же ты, сука! Ну!
Капец, вы серьезно? Давай. Да в смысле, блядь? Как это пройти, ёбаный ты в рот? Чё за пиздец? Я понимаю, что тебя кто-то должен, блядь, убить. Ну. Ну. Как это пройти, вопрос? Нормально это как пройти, блядь? Блядь, ёбаный же ты в рот. Ну. Да блин, быстрей. Да давай быстрее, обратно превращайся, сука же ты. Да давай, блядь, что это за горявое управление, нахер? Ну. Она сейчас превратится, все пиздец. Блядь, естественно. А как я, блядь, должен был? Столбы, что ли, блядь, разрушить или чё? Пиздец, тупость, отвечу. Стоп, а подожди, а можно мне перепрыгнуть сразу человеком? Подожди. Опа. Опа. Блядь, подожди. Да, вот теперь ты, по-моему, этим зверем не это. Блядь, подожди, ну. Блядь, быстрей, быстрей, быстрей. It's the only way to lift your curse. Lift your curse. Подожди. Блять, быстрее, ну. Так, подожди. Давай. Ну. There's no hope for me leaving, but there is still hope for you if you can lift the curse and flee. Mm-hmm. Вылечиться самому. Вот мы, в принципе, и прошли эту игру. Получается, вылечились от этого всего, поэтому, в принципе, ну, неплохо. В принципе, для такой короткой игры довольно неплохо, но чтобы ее перепроходить, вряд ли будет прям такое вот офигенное удовольствие. Вот. Так что, в принципе, спасибо, что смотрели.
оставались с нами, ставили лайки, приглашали друзей, плюс не забывали про колокольчик. Местами, конечно, игра напрягала, но местами были интересные элементы. Все они вложили это в одной локации. Вот. Так что, в принципе, вот, получается как-то так. Ну а всем до новых встреч. И с вами был Казуко Фэмили. Всем всего хорошего, всем добра и всем до новых встреч. Как говорится. А, игра называлась «Обличье волка». Вот. Нам даже перевели какой-то Артемьев Андреев. Вот. Всем до новых встреч. Всем всего хорошего. Всем пока-пока.